седьмой серии пятого сезона сериала «Шеф Возвращения». Расторгуев с Коплевичем выясняет, что машина, засветившаяся в Питере в день убийства полицейских и бандита-кольщика, принадлежит бухгалтеру Алене Кузнецовой. У девушки есть таинственный поклонник, которого никто не видел. Расторгуев едет в Питер допросить Митрофанова и собирается проверить адрес поклонника Кузнецовой. В квартире он понимает, что это инсценировка, а квартира явно съемная, а любовник похож на мента. Вильяминов предлагает агенту выйти из операции внедрения в банду акробата, но тот отказывается. Посмотреть очередную серию вы сможете 17 сентября.